видео подготовлено сайтом onlinegtz.net. Номер 1, урок 38. Найди на чертеже с помощью угольника прямые углы. На какие три группы можно разделить все углы на рисунке? При помощи треугольника, у которого один из углов прямой, можно отыскать все углы на данном чертеже при помощи вот такого угольника. Посмотрим на рисунок. Угол ABC на рисунке прямой. Стороны угольника совпадают со сторонами угла. Угол DEF острый, потому что он меньше прямого угла. А вот угол MNK будет тупой. Он больше, чем прямой угол. Вот насколько он еще больше. Найдем на нашем чертеже прямые углы. Прямые углы в данном случае здесь будут угол B, угол E и угол M. Углы мы делим на прямые, острые и тупые. Прямой угол – это угол 90 градусов. На практике мы с ним встречаемся очень часто. Например, у книги все углы прямые, у парты все углы прямые, прямые углы у шкафа, у холодильника. Угол больше прямого угла называется тупым углом. На данном рисунке это угол С и угол F. А вот угол, который меньше 90 градусов, это будет угол А, угол D и угол К. Если у вас возникли вопросы, оставьте комментарии под видео.